В связи со стартовавшей акцией «В Новый год без долгов», которую организовали сотрудники ЕРЦ, управляющие компании и службы судебных приставов, рейды дорожного пристава будут проводиться ежедневно. Из числа проезжающих автомобилей выявляются должники. В случае, если служба судебных приставов подтверждает наличие неоплаты, автомобиль должника помещается на эвакуатор и перевозится на штрафстоянку. Далее злостному должнику дается срок в 10 дней, в течение которого он должен оплатить необходимую сумму. В противном случае автомобиль отдают на реализацию, и все вырученные средства направляются в счет погашения долга. В этом году мы уже взыскали более 4500 производств, это более 100 миллионов рублей. Во время проведения акции «В Новый год без долгов» дополнительные рейды будут проводиться не только на основных дорогах Нижнекамска, но и во дворах. Екатерина Кулина, Влас Семагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.